35-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции уже 23 октября. В предыдущей серии мы увидели следующие события. Сихер и Яман не подозревают о том, что за ними в доме следят. Между ними порой бывают такие разговоры, о которых никто не должен знать. Яман стал интересоваться у Сихер про ее родственников. Девушка ответила ему, что все это осталось в ее далеком прошлом. И Сихер попросила Ямана не вспоминать об этом, так как ей очень больно. В этот момент за ними следила Зухаль. Но Яман и Сихер ее не заметили. Зухаль говорит Икбель о том, что Сихер ее очень раздражает, и ей бы хотелось от нее избавиться и больше не видеть в особняке. Она замечает, как Яман все больше сближается с этой девушкой, и необходимо найти способ, чтобы отдалить от него ее. Яман пытается выяснить у Зии, что он видел, и пытается от него скрыть. Он понимает, что этот человек просто-напросто кого-то боится. Алистал говорит своему дяде о том, что он не может помешать и свадьба состоится. Помимо этого, Али, не желая того, сказал такие вещи, которые обидели Османа. Кирас говорит Али, что дяди нигде нету, и она сильно переживает. Когда в особняке все собрались за столом, то Яман попросил своего брата рассказать о том, что он видел. Зия сказал, что он все видел и посмотрел на Икбель. А мы напоминаем, что 35-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции уже 23 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.